продолжается, а ты решай сам. Исполнен предназначение, или опять устал, или опять не могу, или опять потом. Покайся, сокрушись и следуй за Христом. Миссия продолжается, ты решай сам. Исполнить предназначение, или опять устал, или опять не могу, или опять потом. Покайся, сокрушись и следуй за Христом. Это не спам, не промывание мозгов. Иди до края земли, в слове говорит Бог. Плечом к плечу на север, запад, юг и на восток. Одно желание внутри, чтобы прославлен был тот, кто любовью бескорыстной возлюбил весь грешный мир. Наполнил сердце радостью и благодать на нас излил. Оружие праведности дал, враг не пройдет, и территорию Христа никто не заберет. Несем его огонь туда, где пламя не горит. Несем живую воду туда, где засуха внутри. Берем от Бога все и идем туда, где плач. Мы не боимся трудностей и поставленных задач. Миссия продолжается, и все сомнения прочь. Мы собираемся и едем детям брошенным помочь. Где голод, пусть для сладки будет пищи. Где нищета, пусть никогда не будет нищих. Где тьма объяла, пусть пробьется свет. Ты свет этому миру, так говорит Новый Завет. Ты все чего-то ждешь, знамений, знаков свыше. Они вы побелели, жатва готова, слышишь? Знак свыше, в рабстве умирают дети. Знак свыше, мертвый нарк, лежащий у аптеки. Знак свыше, спайсом обкурившийся малец. И если дальше будет так, то человечеству конец. Миссия продолжается, а ты решай сам. Исполнить предназначение, или опять устал, или опять не могу, или опять потом. Покайся, сокрушись и следуй за Христом. Миссия продолжается, а ты решай сам. Исполнить предназначение, или опять устал, или опять не могу, или опять потом. Покайся, сокрушись и следуй за Христом. Миссия продолжается, теперь тебе решать. Услышишь, станешь, пойдешь или продолжишь лежать. Давай, вставай, попробуй миссию на вкус. Нет ни одной страны, где бы не нужен был Иисус. Куда ни ткни на карту, там есть нужда в любви. Твое призвание верующий, его огонь нести. Тебе нужно немного дела, даже не в деньгах. Я верю, что ты сможешь умирающих поднять. Скажи, Иисус, вот я, возьми меня. Используй в своих целях, не хочу жить для себя. Я не хочу, чтобы моя жизнь была разрушена грехом. Хочу меняться сегодня, а не потом. Неважно, где ты будешь, миссия, она везде. Не проморгай момент, когда кто-то будет в беде. Не забывай о главном, что ты не себя несешь. И умирал за них не ты, а наш Господь Иисус Христос. Поэтому сейчас прими решение для себя. Возьмешь свой крест или потратишь время зря. Или потратишь время зря.